Всем добрый вечер. Замочила вот мясо тут у меня. Сейчас покажу, какое. Куриный один окорочок. Грудка такая вот стейковая, свиная. А вот говядина на косточке. И ножка свиная. Добавила снега сюда, чтобы холодная вода. Это я замочила на ночь. Мясо должно ночью простоять, а завтра буду варить. Ну все, у меня вот мясо постояло в воде ночь. Выцвело. Ну, кровь вышла. Сейчас буду ставить варить. Ну все, вот поставила варить, кинула луковицу, морковку, тут мясо, добавила лавровый лист и перец горошком, посолила. Сейчас накрою и будет вариться на медленном огне часа 3-4. Потом добавлю под конец куриный окорочок, потому что он быстро сварится. Ну все, вот, ребят, потихоньку кипит, не сильно, на сильном огне, на слабом таком, даже не на среднем. Потихонечку пусть варится. Если на сильном варить, то это бульон быстро выкипит, и его мало будет. Потом уже это, через 2 часа закину. Окорочок куриный. Еще часик вот так вот поварится. И все. Потом буду сливать. Все это убирать. Ладно, сейчас буду пенку убирать. Уже пенка собирается. Все, сейчас закидываю окорочок. Пусть варится еще часик. Потом бульон процежу, мясо достану, вот это мясо остынет, отделю от косточек, порежу, и все, и потом там раскладывать. В общем, в процессе дела вы все дальше сами увидите. Да, кстати, хотела вот показать, какой буду использовать желатин, вот такой вот. Десять грамм. Но это уже потом, когда бульон процежу, высыплю его туда. Бульон закипит, перемешаю, поставлю его остывать. Морковку, лук я вытащила уже. Они там уже не понадобятся. Мясо все варится, варится. Кипит потихоньку. Ой. Я немножко вздремнула. У меня пока потихоньку холодец варился. Ну, вернее, мясо. Проснулась, вот помыла судочки. В них очень удобно. Разложил мясо, все вот это залил. Заливаю я не горячим бульоном. А когда остынет. И крышкой накрыла в холодильник, и нормально. Вот приготовила тарелку. Эта тарелка, ну вот сделаю в тарелочке один. Для вас потом вот это разрежу. Выложу на другую тарелку. Покажу внутри, какой он. Вот укроп у меня с Нового года осталось. Вот эта упаковочка небольшая. Еще зеленый не пожелтел, видите. Петрушка, чеснок. Тут замочила желатин. Постоит, набухнет. Потом там это мясо, когда вытащу, бульон процежу и в бульон его добавлю набухший. Ну все, вот мясо достало, видите, да? Что отделяется от костей.
Сейчас мясо остынет. Потом порежу его. Специально положила вот такой большой тазик, чтобы побыстрее остыло. Скажите, мало мяса будет? Нормально, много не надо. У меня еще вот есть морковка, вот это лук порежу, зелень добавлю, будет нормально. Ну все, вот отделила мясо от костей. Еще вот это вот порежу. Добавлю сюда зелень, укроп, чесночка. И буду это раскладывать, разливать. Бульончик готов у меня. Вот он. Ну вот, порезала мясо. Сейчас сюда еще добавлю. Выдавлю сюда чеснок. Перемешаю и буду раскладывать. Все, мясо я порезала. И укроп. И чеснок сюда добавила. И вот получилась у меня такая, как правильно сказать, не смесь, а начинка для моего холодца. Сейчас буду раскладывать и заливать куриным бульоном. Ну все, вот я разложила. И буду бульончиком заливать. Такая красота. Не заливайте никогда горячим бульоном, потому что чеснок, он теряет свои качества, свойства, вкус уже не тот. Я всегда это остывшим бульоном заливаю. Холодец у меня получается. Ну вот, все разлила, с крышками накрою и в холодильник поставлю. К вечеру уже застынет.